Скоро в Чебоксарах появится новый арт-объект. Граффити с персонажами из сказок начали рисовать в одном из жилых микрорайонов столицы. Пока разрисована часть стены длиной 120 и высотой 50 метров возле дома на Гагарина, 47. Авторы граффити – известные художники Гули Кабилова и Иван Михайлов. Среди персонажей, которые скоро появятся на стене – Маша и Медведь, Колобок, Алиса, Баба Яга, Буратино и другие. Рисунок готов на одной половине стены, на другой доделываются детали. Окончательно картина появится через месяц. Процесс нанесения граффити достаточно трудоемкий. Кроме того, изображения должны быть долговечны, а для этого используются особые технологии.